Три дня подряд перед зрителями выступали около 300 юных артистов из 11 цирковых коллективов России, Казахстана, Донецкой и Луганской Народной Республики. Больше всего номеров на суд жюри представил город Пермь. Вот и открывать финальный этап конкурса пришлось гимнастке из коллектива «Молодость» Валерии Шишуковой. 16-летняя гимнастка с легкостью выполняла сложные трюки в воздухе, за что члены жюри решили отдать ей трофей в номинации «Артистизм и обаяние». Открывать программу – это всегда очень волнительно, очень сложно. Конечно же, стояла за кулисами, волновалась, но я в конце концов успокоилась и, как обычно, на репетиции отработала. Конечно же, море впечатлений от фестиваля и от жюри. Но ты продолжишь свою жизнь, хочешь в цирке? Да. Для меня цирк – это больше, чем жизнь. Каждый из участников конкурса представлял сложнейшие номера в жанрах эквилибристика, гимнастика и акробатика. Мастерство юных циркачей, их артистизм, сложность и выразительность трюков оценивали известные специалисты в цирковой области. Выбрать лучших оказалось непросто. Все ребята достойны звания профессионалов. Многие уже готовы выйти на большую цирковую арену. У нас замечательная молодежь, юные таланты, и на смену одному замечательному поколению приходит другое, не менее замечательное. Мастерство самое высокое. И вообще, вот этот фестиваль мы проводим, мастеров, под таким формальным или неформальным девизом «один шаг от любителя к профессионалу». В номинациях «Лучший номер в акробатике, гимнастике и эквилибристике» стали артисты из коллективов Южно-Уральска, Челябинска, Донбасса и Ейска. Приз за новаторство в цирковом искусстве получили коллективы Южно-Уральска и Тверской области. Ребята из Донецка, Перми и Ялты получили награду за сохранение жанра. Гран-при досталось пермскому коллективу «Молодость» и артистке из Нижнего Тагила за индивидуальное исполнение. Здесь было представлено много цирковых коллективов, которые действительно поражают своей техникой, артистизмом, номерами. У цирка богатое будущее. Лично мне больше всего понравились выступления группы ребят коллектива «Аншлаг» из Нижнего Тагила со скакалками и юной гимнастки, которая показала действительно чудесный номер с мячом. Этот конкурс позволил молодым исполнителям не только получить награды, но и рекомендации для дальнейшей профессиональной деятельности в российской государственной цирковой компании. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.